Всем привет, друзья! Ну что, проверим мойвочку. Ух! Ух, уходи, кумар! Мойва холодного копчения. Она уже готова. Сейчас только доберет свет на проветривание. И будет все здорово. Но самое главное, что я хотел показать, ребят. Вот видите, как насажена рыбка. Через жабры. Не через глаза. Видите, глаза у нее целы. Только через жабры. И смотрите, какая прелесть. Видите? Поэтому не портите рыбку. Насаживайте вот аккуратненько. Через жабры и рот. И все. И будет вам счастье.